после этого залпа хочется верить, что вы действительно будете настоящими военмеховцами, что вы действительно будете выполнять элементарные правила этикета, и что мы действительно с вами встретимся через 5 лет в военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи, который будет праздновать свое 320-летие вместе с нашим Санкт-Петербургом. Я в этом уверен. А уверены ли вы в этом, это покажет время. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Даем обратный отчет от 12. Я начинаю, вы продолжаете, ну а там уже как пойдет. А вот кто пойдет за знаниями и куда, я скажу после выстрела. Ну что ж, глубокий вдох, выдох, 12. Чтобы вы не обманули сами себя, не обманули своих родителей. И самое главное, уверенной поступью шли не по коридорам военмеха, а за знаниями военмеха.